Ты допустил огромную ошибку, Альтрон. Нет, все идет по плану. Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и мы продолжаем играть в игру Marvel против Capcom Infinity. Сейчас я играю за Альтрона, ребята, за Альтрона против Таноса. Не понимаю, конечно, почему так, но... Так требует сюжетка. Ну, я вам скажу, что Альтрон довольно такой мощноватый паренек, когда за него играешь. Знать бы еще, конечно, комбинации бы его. Вот это было вообще шикарно. Ну, а пока я так, наобум. Что, чувствую, ему немножко осталось. Оу-оу-оу. Танос, успокойся. Хорош. Хе-хе, попался, да? Ага, хрен там. Перебили. Ну, давай, иди сюда, Титан. Пора тебя отправить к праотцам. Ну... Черт, немножко не хватает. Сейчас мы, сейчас, ребят, добьем. Ну, последний удар. Да ядрить тебя, ну что ты творишь? Все. Как говорится, попался на мой стальной кулак. Ладно, и к чему это все было? Глупец, ты дал нам возможность уничтожить тебя. Обитатели обеих вселенных упокоятся в одной могиле. И для того, чтобы забрать камень, я должен был играть за Альтрона. И место плоти займет сталь. Да вот балалайку я чувствую, ничего тут у тебя не выйдет. Ну давай, железный человек, гласи слово. Он лежит, балдеет. Расслабляется. Ну ничего себе. Башня Мстителей. Через 92 после слияния вирус поразил относительно небольшую часть. Не более 10 кварталов, и уровень поражения минимальный. Ситуация могла быть намного хуже. Но мы были в зоне поражения. Верно, я засек следы вируса в каждом из нас. Как в синтетиках, так и в органиках. Сколько у нас времени до превращения? Сложно сказать. Счет идет скорее на часы, нежели дни. И я не знаю, как подавить заражение. Чтобы остановить вирус, нам нужно уничтожить Альтрона Сигму. Вы все с честью сражались. Мы потеряли союзников и друзей. Я не имею права ничего от вас требовать, но придется. У Альтрона Сигмы два камня бесконечности — космоса и реальности. У нас их три. Чтобы остановить Альтрона Сигму и избавиться от вируса, нам потребуется четвертый. Нам нужен камень души. Джедай вернулся в царство тьмы с камнем души. Камень отравил его разум, он больше не слушает меня. Джеду я беру на себя. Ты уверен? Он демон, я охотник на демонов. Мы созданы друг для друга. Даже если нам удастся достать четвертый камень, мы не сможем управлять силой всех четырех. Отличные новости, доктор Зануда. Печально это признавать, но доктор прав. Устройство уничтожено, реактор башни поджарился. Эй, полегче с терминологией, Старк. Ваша единственная надежда — технология Абель-Сити. Это правда, про технологию Абель-Сити. Откуда сие тебе известно? Поверь мне на слово. Отведите меня туда, и я помогу доделать устройство. Абель-Сити был уничтожен во время столкновения вселенных? Нет, Абель-Сити находится в центре слияния. Лаборатория Сигмы уцелела. Самоубийственное задание в сердце вражеской территории. Интересно, рассказывай.
У нас нет выбора. Последнее время у нас выбором не задалось. А что делать с остальными? Дадим бой Альтрону Сигме, отвлечем его. Вообще-то в прошлый раз мы все чуть не погибли. Ситуация изменилась, камень реальности треснул. Он поврежден, уязвим. А мы доведены до отчаяния. Но мы не одни. Если бить, то сейчас, пока он не успел отремонтироваться, пока вирус не подчинил вас. Поймите, судьба мира зависит от вас двоих, от камня души и от устройства. Если потерпите неудачу, это феноменальная ответственность. А мы феноменальные ребята. Отлично. Класс. Боже, мы обречены. Слушай, ни на секунду. Не своди с него глаз, я не шучу. Говорят, Танос рискнул жизнью ради нас. Ага, конечно. Просто береги себя, лады? Вот и все, друг мой. Увидимся на той стороне. Иксгард. Через 93 дня после слияния. Наше путешествие стоило Бивресту последней энергии. Повезло, что мы забрались так далеко, и все же этот путь отрезан. Есть новости из Абель-Сити? Эй! Я уверена, с Зеро все будет нормально. А если он не справится, мы все равно умрем в течение часа. Так что это, не волнуйся так. Утешил енот. Чувствуете? Пустота. Здесь нет ни души, нет жизни. Ни насекомых, ни чириканья птиц, ни ветерка. Мое паучье чутье. Я ничего не чувствую. Это не город, а могила. Оу. Ладно, пошли. А то тоже к ним присоединимся. Герои, вы вернулись, как мы и предсказывали. Ваши тела жаждут присоединиться к нам. И ваш разум вот-вот сдастся. Иди к черту. Ну что, я так понимаю, очередные бои у нас впереди. Когда шкала камня бесконечности заполнится на 50% или более, нажмите ЛБ и РБ, чтобы применить взрыв бесконечности и высвободить всю силу своего камня бесконечности. Вот как оно. Так, ну давайте посмотрим, что это будет за камень энергии, что нам будет давать. Ну, для начала нам нужно убить 4 дрона. Так, о, нормуль. Осталось 3. Да, конечно, конечно, распрыгался здесь. Ну-ка, Нова. Ух ты, Маворик. Блин, какие же у тебя суперудары-то, а? Ну, это понятно, это стандарт. А какие есть вообще помимо этого удары, а? Вот я сейчас, ребят, нажимаю кнопки и наугад. Так, а, ну это понятно. Все мимо. Давай, иди сюда. Да что ты... Ну, тем не менее, ему конец сейчас будет. Сделали мы его. Так. Ну, и что же нам дает этот камень? Если честно, я ничего не понимаю. Мы в какой-то фиолетовом тумане. Непонятно. Странно. Я думал, что он будет давать какую-то мне суперсилу какую-то, а он ничего не дал. Ладно, и так справлюсь. Опа. Сколько же у тебя дронов?
Что-то, оп, и мимо. Так, давай нова. Добьешь, нет? Нет, как обычно не добиваешь. Не тут-то было. Так, давайте-ка. Погоди. Все, готовченко должен быть. Ха, выстоял. Ты смотри-ка, чуть чудит. Нормуль. Победа за нами. Ну, я, в принципе, и не сомневался. Так, ракета. Теперь твоя очередь. Оу, шикарно. Давай. Блин, он, ребята, шустрый довольно-таки. Черт подери, блокировку встала. Жаль. А так бы мы ему бы прописали по полной программе. Ну, в принципе, да, вот эти вот дроны, это обычные мобики, даже не боссы. Вот, оу, готов. Нифига себе, ребята, вы видели, я поставил мину. А как у меня это получилось, я не понял. Вот я сейчас пробую, и у меня ничего, к сожалению, не получается. Какой-то прыжок с вертухана делает? Нет, не получается. Надо будет как-нибудь на досуге выписать себе комбинацию ударов и уже проходить с ними. Я думаю, будет прикольно. Давай, а? В лобищник получил лазером. Все, чуть-чуть осталось. На-ка, выкуси. Воу! Шикарно мы его добили. Так. Что у нас следующий? Даст. Что будем делать? Отступим или перегруппируемся? Ты точно не понимаешь. Некуда нам отступать. Обратной дороги нет. Значит, придется нам драться. Наверное. Да? Так, Крис. Погнали. Так, Крис и Капитан Америка. Знаешь, значит, у меня здесь ладушки. Да успокойся ты. Блин, Крис, я же знаю, Пишин, ты умеешь как-то у меня... Вот огнемет, это понятно. С пистолета... Оу! Ну так же ты должен у меня бросать гранату. Какая же это комбинация, а? Ну, давай. Добиваем этого лопушка. Ага, сменился. Давай-ка, капиташа. Промахнулись, блин. Ай-яй-яй. Непростительно. Прыгаю наугад, нажимаю все кнопки. Может быть, какой-нибудь удар, суперудар у меня и выйдет. Так. Угу, щи запускаем. Ну, эти ребята уже не жильцы, как вы видите. Сейчас мы их докромсаем. Ух ты! В воздухе прямо. Порвал. Так, давай сюда. Один вроде готов, да. Последний остался. Так, Infinity Storm Mint. Что такое Mint у нас, а? Я, ребят, честно говоря, и не знаю, не помню Mint. Power сила. А Mint? Так, халтушка. Ух ты! Вы посмотрите, да чего он мощнявый! Я только начал бой. Дрона уже нету. Все? А, нет. Смотрите-ка. X-Guardian вышел какой-то. Ну, это... Воины Тора. Народ, точнее, его. Викинги. Давай, Халк, хватит там дурачиться. Блин, прикольно сделан. Кстати, ребята, я хотел у вас спросить, вот пока мы тут беремся, стоит ли делать мне обзор? Обзор всех персонажей от игры Killer Instinct. Если да, пишите в комментариях. И я сделаю обзор на всех персонажей, которые там есть. Там прикольные довольно персонажи. Потому что я в нее уже поиграл.
Так что, если что, пишите, в общем, договорились. Ну все, 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 давай, 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 Хагард. Давай, последний удар. Да что ты как размазня. Все, сделали. Бум. Упал. Царство тьмы. Через 93 дня после слияния. Оу, Джеда и Данте. Данте, сын Спарды, получеловек, полудемон, предатель обеих рас. Ты правда думаешь, что... Ой, да заткнись уже. Приступим. Каково это, полукровка? Осознай, что ты проиграл. Опа, наш. Проиграл? Оу, это что-то новенькое. Я только разогреваюсь. Твое высокомерие тебя погубит, полукровка. Ну, давайте посмотрим, что из себя представляет Данте в новом обличии. Ну, удары пока те же самые. Так, тихо, тихо. Блин, вот у Джеды самые поганые, это вот именно вот эти сюрикены. О! Мы только разогреваемся. Блин, честно говоря, раздражающий красный цвет. Меня аж, честно говоря, нервирует. Это лосина в пальто. И все это красное. Слушайте, довольно неплохо, я вам скажу. У нас Данте работает. Да елки-палки. Все время забываю про блок. Так, давайте-ка. Вау. Ничего себе, сравнял же ХП. Так, у меня два суперудара есть. Но нету камня. А вот это уже плохо. Так, отлично, отлично, пока... Да елки-палки, оу. Так, что он такой? Душа. Оу, да он, по ходу дела, восстанавливает себе жизни, что ли? Душа, соул. Не знаю, что делает. Ну, явно его это не спасет. Я, по крайней мере, надеюсь на это. Оу, классно было сейчас... Много выкусить. Блин, ну почему они все время встают в блок? Кто-то знает уже, что я сейчас должен сделать этот удар. На-ка, из-под тишка сзади. Как ты прям любишь Джеда. О, значит, Джеда, ты у нас демон. Ну-ка. Посмотрим, насколько он крепок. Так-так-так-так-так. Черт побери, что-то под конец очень медленно мы у него отнимаем хпшки. Оу! Ёлки-палки. Ага, сделал из меня печать. Ладно, не будем расслабляться. Слушайте, а музыка, по-моему, из игры, да? Из игры Данте играет. Точно. Только сейчас расслышал ее. Оу! Ну-ка. Что ж ты будешь делать? Ну, ребят, в любом случае, ему удар, два удара и крышка. Ну, добиваем. Готовчик-то. Все, иди кури. Уделали сосунка. Что он на это скажет сейчас? Оп, камушек забрали. Нет, лишь благородные души достаточно сильны, чтобы управлять мощью камня души. Я оставил тебя в живых. Как по мне, это вполне себе благородный поступок. А, теперь я вижу, в чем соблазн. Эта сила опьяняет. Камень души показал мне начало и конец.
Даже 4 камней будет недостаточно, чтобы одолеть Альтрона Сигму. А раз будущее предрешено, я поступлю по-своему. Вот тебе на. Иксгард. Через 93 дня после слияния. Мы предложили вам вечную жизнь. Не так уж она увлекательна. Ты предложил нам ад. Вы все еще не верите в нас, так ведь? Возможно, вашему бывшему товарищу удастся вас убедить. Тор. Собственной персоны. Тор, пожалуйста, вразуми. Слушайте, ребят, ну я не думаю, что Тор тут стал там супер-пупер-воином. Успокойся, Златовласка. Возможно, поцелуй пробудит спящего красавца. Ладно, Тор, готовь губки. Так. Ну давайте посмотрим. Пока ничего в нем выдающегося я не вижу. Даже, по-моему, еще хуже стал, чем был до этого. Так, Морриган, давай, не дури. Так, смотри, что делает. Опа! Неплохо. Для начала. Еще разок. А не пора ли тебя угостить залпом ракет? Вот и другой разговор, отлично. Ну что ты делаешь, а? Так, давай, Маргуша. Какие-то у тебя топорные удары, если честно. Ладушка там хлопай же. Давай что-нибудь посерьезнее. О! Да елки-палки, задолбал своим молотом-то, а? Выставлять его. Какие-то шипы выпускаем. Так, отлично. Я не могу понять, у него что так медленно хп отнимается. Оу. Ну-ка, паучок, давай. Оу. По-моему, Тор разбушевался. Оу. Отлично сработано. Какой-то он крепковатый, а? Мы его бьем. А хпшки у него так и не отнимаются. Давай. Альтрон там сидит на троне, смотрит. Сразу мне вспомнился Mortal Kombat и Shao Kahn, когда он там сидел тоже на троне и смотрел. Так, мин. Так, отлично. Эй, не получилось, ребят, суперудар делать. Заблокировал он. Так, еще удар осталось. Ну, отлично. Все, ребят, добиваем его. Бум. Ну и что ты на это скажешь, Альтрон? Прости, приятель, железный человек у нас уже есть. Оставайся-ка собой. Мы вернемся за тобой, обещаю. Неужели нам все придется делать самим? Так, назревает что-то, да? Ну что же, придется Альтрона наказать в очередной раз. Мы не станем молчать. Время пришло, бьемся изо всех сил. В этом бою вы можете нажать RS, чтобы сменить камень бесконечности. Хорошо, я надеюсь, мы его сможем победить-то. Ёлки-палки. Но пока вроде бы неплохо, идем. Так, тихо. Оу, а, нет, промазывает. Я думал, мы... Оу. Ядрит тебя на корне, нифига он тут лютый. Да успокойся ты, а. Так, что у нас ниндзя умеет? Ух ты, он с остальным псом у нас. Кстати, если честно, я даже не могу вспомнить игру. Откуда вот этот персонаж? Ну это же не ниндзя гайденный. Какой-то... Даже не знаю, кто это. Не играл, если честно. Поэтому этот персонаж для меня как-то далек.
Так, повар. Ну что же, мы повышаем силу удара. Псы. Воу, суперудар, нормуль. Так, осталось буквально немножечко. Так, ну что он там делает? Реалити. Космос. Так, тихо, тихо. Космос. Ух ты. Нормуль. Да, я тебе сейчас дам, дай. Иди сюда, я тебе сейчас дам. Слушайте, я не могу понять, я в каком-то кубе, что ли? Ага, все, исчезло. Давай, Капитан Америка. Вот так вот. Добьем этого из Гардиана. И займемся Альтроном. У него там, кстати, тоже очень мало хп. Замечательно. Ну, вылези. Отлично. Победа за нами. Не такой уж он и сильный. Хотелось бы видеть, кто будет в конце. Вам подвластны силы и разум. Но вы все равно проиграли. Что он тут чудит опять? Ага. Даже Халка пробить не смог. Мы долго не протянем. Время, космос, разум, душа, реальность, сила. Вскоре мы завладеем всем. Губишки раскатил. Абель Сити, лаборатория Сигмы. Через 93 дня после слияния. Ладно, начинаем. Какая красота. Красота начнется, когда он заработает. Высматривайте бойцов Альтрона Сигмы. Магия Стрэнджа укрывает нас, но если что-то пойдет не так, очередной бой с этими мордоворотами нам сейчас ни к чему. Это точно. Будь осторожен. Может не остаться, запечатлеть момент? Если что, пеняй на себя. Хорошо, поспешим. Итак, что нам делать? Нам? Ты не можешь постичь эту силу. Простите меня, попробую облечь ситуацию в понятные твоему жалкому разуму слова. Эй, давай без оскорблений. Камни бесконечности имеют единую гармоническую частоту. Чтобы они запели, устройство нужно настроить. И тогда оно сможет усилить и отрегулировать мощность на выходе. Верно. Видишь, ничего сложного. Мне лишь нужно, чтобы камень времени находился в области действия. Во время хронокатализации поля дианатической интерфазы. Это не займет много времени. Да, конечно, без проблем. Итак, вот он, эпицентр слияния. А, в воспоминании лаборатория была побольше. В воспоминании? Ну, в этом, в видении. После нашей супербитвы с симбиотом, у тебя его не было? Похоже, его видел только я. Что тебе показал камень времени? Смерть Альтрона, твое участие в слиянии, все. Но ты ничего не сказал своим товарищам. Нам нужна была твоя помощь. И к тому же слияние. Ты сыграл свою роль, да? Но, ты был пешкой в чужой игре. Объяснись.
Смерть и Джеда объединились, использовали тебя, предали тебя. Ты лжешь. Оу, ты этого не знал? Неловко вышло. Старк, отдай мне камень времени. Я должен узреть твой обман, а потом убить тебя. А где волшебные слова? Вот так, ребята. Ну что же, увидимся с вами в следующей серии.